Всем привет! Вы находитесь на канале BowHunter.ua. Сегодня мы посетили лучный тир лучник, который находится в Киеве, на Оболоне. Тут проходит турнир друзей. Турнир проходит не по блочным лукам, а по традиции. Сегодня я вам покажу, как он проходил, какие были результаты, кто занял места. Покажу вкратце, с каких луков стреляли, какие интересные были моменты. Ну, поехали! Основная дистанция 18 метров. Стреляем 4 серии по сменам, по 6 стрел. Начинаем награждать в категории Хантер. Второе место в категории занял Андрей Кардашов. И третье место Дарья Волк. И первое место такой новичок среди новичков Сергей Мудрецкий. Все, кто помнит, были у нас 5 человек, которые шли вроде как не в зачета в турнире по новичкам. Мы их определили в категории профи, и победу среди них одержал Евгений Васенко. Были хорошее настроение. Всем зажигали.